Итак, у нас два выбора. Либо идем куда-то вон туда, либо идем куда-то в город. Так, соберем, конечно же, деньги. Ну ладно, проверим, что это за паучары тут живут. Думаю, это просто дополнительная локация какая-нибудь. Ай, дерьмо какое-то. Так. Надо в одну руку взять клавиатуру, конечно же. А то я немножко отвык от этой игры за два дня. Так, ладно. Мочим, мочим, мочим. Просто мочим. И жьем грибы. Конечно, леденцы вкуснее, но грибы полезнее. Ух, вашу ж мать. Ха-ха. Так. Это застрял тут у нас. И у нас готово правосудие. Оу. Осторожно. Да вашу ж мать. Ай-яй-яй. Сноровка в этой игре так быстро уходит. Ай, еще бабак какой-то. Так, поиграли в кошки-мышки. Покалечились. И теперь можем... Оу! Что-то это мне не нравится. Да ёж ты, моё! Ха-ха. Какой ты левел? Седьмой. Да, это был простой босс. Видали боссов и посложнее. Не в этой игре, конечно, но видали. Так. Тут, конечно же, деньги. Не будем пропускать деньги. У нас их всего 11 тысяч. Блин, 11 тысяч. И это у губернатора. Я как минимум должен быть миллионером. Так, а тут у нас что? Оу. Это было больно. Ой-ой-ой-ой-ой, какие паучки за мной бегут. Хе-хо-хо-хо. Они имба. Не, вы видели, сколько она мне одним не отняли? Так, надо какую-то тактику придумать против этой мамаши паучков. Фух. Может, ее чем-то закидать можно? Каким-нибудь говном. Так, не забываем лечиться. Мочим, 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 мочим. Отлично. Мы получили кусок королевы улья. Фу, это, наверное, что-то отсюда. Да, я почти уверен, что это грудная клетка. Ну да, грудная клетка. Она самая. Так. Электровинтовка. Звучит интересно. Только я что-то ее не... Вот она, электровинтовка. Урон 250 физический, урон 125 физический. Одним выстрелом может убить человека или пожарить много хот-догов. Давайте проверим, что ли. Хм. Немного непонятно, как работает эта штука, но ничего, в бою разберемся. Что-то у нас левел не растет. Уже врагов седьмого левела мочу, а их все нету. О, мертвый следователь с топором. Бессмертный меч, шар неуязвимости. И порванный счет.
Так, что за... Против нежити что-то. Окей. Это что? Осторожно, это местная королева. Захвати опасные... Захвати запасные штаны. О. Окей. Но уже поздно. Так. Этот квест нам давал, кажется, большой вооруженный человек. С двустволкой. Так, ну и что ты мне за это дашь? An incredible deed done by an, perhaps even a teen boy, but not quite a man. I will win your respect, father figure. Only the death of a forbidden zone lion would, and even that's not a guarantee. That's enough of a guarantee. Так, ему все мало, ему все нужны наши подвиги. Так, здоровье плюс 30, здоровье плюс 30. А, на плечи. А, тогда все в порядке. Так. Ладно, поломаем все наше дерьмо ненужное. Так, это что такое? Шар неуязвимости создает. Не нужно. Это фигня. Фигня. Фигня, уверен в этом. Этот бур хороший был, но он быстро вышел из моды. Так, 60, а этот 70. Окей. 70, так 70. Круче, так круче. Огнемет пока что оставим, он достаточно мощный. Этот физический только наносит, а этот еще и огненный. Огненный может быть против каких-нибудь особых мобов может наносить урон. Так... There's no way these are going together. Окей. Так, ладно. Что у нас в карте есть? Здесь город, от города идут несколько ответвлений. Окей. Идем в город. Там, наверное, квестов дохренище просто, которые я забуду выполнить. Как положено мне. Так. Хух-хух-хух-хух-хух, стена такая еще. Хорошо живут. Хотя домики у них дерьмо. А это кто? Блин, мне показалось, что это Марио. А это усы. Что-то не работает эта фигня. Дамзел. Дамзел. I am Deathbank. I double dare with a cherry on top. No take backsies. Then you are a very brave warrior. Perhaps you could serve as my champion. I don't see anyone else volunteering. My champion must face horrifying terrors for trivial rewards. Trivial was my mother's maiden name. Travel north and prove yourself in the arena 3 times. Then your terrifying journey will begin. Надо этой принцессе продемонстрировать свое достоинство. А это что? Хо-хо-хо! А неплохо. Против группы работает. Так. Ой-ой-ой. Уа! К
какой хрень у вас в запретных зонах только не водится. Не, это винтовка дерьмо. Определенно дерьмо. Как-то мне арбалет больше нравится. По крайней мере, я умею им пользоваться. Так, а что я там подобрал? Плазменный меч. Но он требует 7 уровня. А мы только 5. Здесь ничего интересного. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Хо-хо-хо. Так, что это за бочки? Что в них может быть? Да ничего, кроме тем, в них не может быть. Это же бочки. Ну и кроме жратвы. Угольный монстр. Видимо, на него надо квест взять. У кого-нибудь там типа мэра. Или еще кого. Кто обычно квест раздает? Corrupt mayor? I knew it! I knew I smelled election fever! Ha! I must win the election here! I'm too pretty to survive civilian life! Will you help me again, Despek? Anything for you, mayor! Good! First, take these extra ballots. Fill them out with appropriate forbidden citizen names and put them in ballot boxes around the town! What's an appropriate forbidden citizen name? How should I know? That's why I'm giving you the job to do! So, do it! How can I resist that silver tongue? Охо-хо. Нам нужно как-то... подтасовать выборы. Hello, Forbidden Zone minor character. Can't talk, citizen. Can't you see how busy I am? I'm focused on the election. How dare you bother me? Slow down there, champ. I just said hello. I'd like to vote, please. Very well. I need your ballot. Sorry, I have various places to be. Так, давайте лучше печеньку сначала скушаем. Урна для голосования. Только граждане... Угу. Только одно имя для голосования. И что это за имя? Вот оно в чем дело. А где у нас кладбище? Эй, где у нас кладбище? Так, это что у нас? Турнир. Нет, турнир потом у нас будет. Сначала лучше этот квест с кладбищем выполню. Так, кладбище, кладбище, кладбище. Где обычно кладбище? Вот, очень похоже на кладбище. Ой-ой-ой. Не, это не кладбище, это... Что-то похуже. Комары, как... Запретная мухоль, первый левел. Фу. А вы какой левел? Ой, 6. Ой-ой-ой-ой-ой, я их сагрил, я их сагрил. Черт возьми. Я сагрил целую толпу каких-то орков. Это не орки, это, блин, хрен знает что. Ну, на самом деле, они не такие же сложные, просто... внезапные, я бы сказал. Ху-ху-ху. Итак. А это что? Жалко, на карте не подписывается, где кладбище, где что.
И где тебе в основном может быть? Так, это что такое? Могильный камень. Блин, могильные камни около какого-то дома. Их логично было поставить где-нибудь на кладбище? Ну ладно. Балламар Торгашов. Эдгар Вон Западный. Шеркхат Миллиамбаров. Deathback. Those don't go together. Well, that just seems desperate. Greeting. Greeting. It's time. Then hand over your. I have said. Then soon this blank ballot shall be. Lawrence Mugglebop. I have no record of such a person. What kind of villain are you? Relax, just a common identity, like you read about in books and periodicals. Goodbye. Так, я не понял. Hello. It's time. Then hand. I. Then so. Carlos. I have no record of such a person. What kind of villain are? Relax. Что-то я не понял. Good. Нет, Q. Вот. Только граждане запретной зоны могут принимать участие на выборах. Ты можешь использовать только одно имя для голосования. Нифига не понимаю. Hello. It's time. Then hand. I have. Then soon this blank ballot shall be emblazoned. Lauren. I have no record of what kind. Relax. Like you read. Да чё за фигня? Мне даже печеньки не помогают выполнить этот квест. Может, он и другой мне поможет. Первого района. Четвертого района. Ага, ясно, ясно, ясно. Ступил слегка. Так. Сын Юга. Эй, дайте мне прочитать могилу. Пуф. Странно. It's time. Then hand. I have. Then Susan. I have no record of what kind. Relax. Like you read it. It's time. Then hand. I have. Then Edgar. Edgar. We went to school together. You haven't changed a bit. Вот оно как. Hey there. Надо все наугад. How are your things? They're all dead, Edgar, and I think you know why. But it's great seeing you again. You too, big fella. Keep it real. Bye. Вот оно как. Ну теперь ясно. Мертвые души. Все как по Гоголю. Так. Greetings again, election volunteer. Я хотел бы проголосовать, пожалуйста. Very well, I need. Here is my. Okay, and what? Шеркхат Миллиамбаров.
Великий доктор Малибана. Yes, доктор Малибана, inventor of the forbidden dance. Sure, why not? But I thought you died a while back. Rumors of my death were greatly exaggerated. And according to my records, you haven't voted for 74 years. No candidates have seemed worthy of my extremely elderly vote. Well, welcome back to the process, sir, and thank you for voting. Yay. Так, какие там еще имена были? Ох. Долго ж тут путешествовать, жалко нельзя внутри... Блин, не ту кнопку. Баламар Торгашов. Так, запашный уже был. И Крамонтер. Окей. Так, осталось еще две урны. Одна вон там вижу за домиком, а вторая где-то... Где-то тут. Отлично. Так. Good day, would-be voter. It's time for... Then give me your ballot. Что ж, возьмите. Then I transfer to you my ballot. Very good. And your name is... Крамонтенор. Тодариан Крамонтенор. Yes, I have your name here in my census. This seems out of date, though. According to this, you're a woman. I used to be. And I welcome your life choice. Thank you for voting. Кошмар. Кто в этом городе живет? Greetings, Forbidden Zonian. Welcome to the electoral process. I will be your guide through the most exciting time of your life. Not puberty again! Voting! Well, then I'd like to vote, please. Bring forth the ballot of electing! Behold! Now, what is your name, sir? Торгашвили. Баламар Хигглвиггинс. Of course! Of the Southland Higglewiggins. Ё-моё, авторы перевода. You know, I could have sworn that you died. Даже одну фамилию два раза не смогли нормально перевести одинаково. Of course I am. Thank you for voting. Ну вообще. Hello again, corrupt mayor. The election is as good as won. Отлично. A grateful mayor thanks you, Despank. For your reward, please take this key to a city! Which city? Not sure exactly. Oh, wait, it's written here. This key unlocks the door to the ancient complex home of Simon! That message sets off my mayor's sense, Deathspank. Simon sounds important to both elected officials and normal scum like you. With all these cyborgs I've heard of, I need you to go in and make sure Simon is okay! Окей. How? I don't know. Try using some fortune cookies. Sure thing, mayor. Фух, тряпочные перчатки кулачного боя. И какой у него дамаг? Да. Все же я вам и... Не рекомендую играть с русификацией. Она здесь убогая. Так. Печеньки использовать мы не можем. Стринги запрыгнуть в закрытый зон. Да, это я понял. Глубоко в земле. Угу. Продемонстрирует свое достоинство. Только жесткое сражение. Что еще дашь? В
громком одеянии. Окей. Что-то мне эта затея не очень нравится. Так, ты кто такой? Распорядитель турнира. Greetings, loudly dressed individual. Hail, warrior! I am Deathspank, and I have come here seeking challenge. Then you are in the right place, my friend. The Forbidden Zone Arena is where a hero's worth is determined. Well, I have a princess that needs impressing. Then enter the arena, brave hero. Within it lies challenges to test the mettle of any hero. Impress any princess. And nicely boost ratings in time for sweeps. Экспо. Выиграть матч один. This chest requires a special key. Вечно так. Так, это что за фигня? Отлично! Я победил в первом раунде! Что дальше? Your arena challenge lies broken and defeated. A magnificent victory! Speak to me again when you're ready. Hopefully next time you will die in an entertaining manner. Hopefully. Отлично. Так, что тут у меня появилось? Новые сапоги. Киберлентяя. Окей, отлично. Ху-ху-ху. Это можно все разрушить. Так, ладно. We are speaking again, Deathspank, so you must be ready for another challenge. You speak truth, impresario. I'm surprised you know that word. You know I am too. Окей, окей, окей. Я хочу славу и опыта не говорить. Че это за дерьмо тут ползает? Пип? Хрень какая-то неповоротливая. Да. Второй раунд оказался даже не сложнее первого. Так, это что такое? Торговец с едой. Ну, еда мне пока что нафиг не нужна. Victory has been our interstellar rating. Such great deeds do not unless we are speaking. Speak to me again when... Огненные стрелы. X10. Но на самом деле просто. Стрелы. Так. My calculations show that one princess level respect. Then let's get this organized насилие. И что-то нас сейчас ждет. Ну ни хрена себе. Их трое. Ло-ло-ло. Черт. Они такие же сложные. Что-то я думал, что мне будут задницу не надирать, но нет. Так вышло. Отлично, мы получили какой-то ключик. Well done, champion, well done. I couldn't have... I know you have a bit, but never forget the arena. We're always looking for heroes to lay down in near pointless physical combat. Speak to me if you wish new and greater challenge. Это все, конечно, хорошо, но... У меня есть другие дела, более важные. This chest requires a special key. Да. Не тот ключ, к сожалению.
Ну ладно, чуть подкачаемся потом и придем сюда снова. Торговец оружием. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ничего мне тут не дали интересного такого. И ладно, фиг с ним. Про этого мужика будем помнить, естественно. У него всегда есть с кем подраться. Так, где там наша принцесса? Очень похожа не на принцессу, а на какого-то Марио. Особенно с отдалением. Не, ну конечно, вы все видите в полном экране. У вас может быть все выглядит не так, но у меня в окошке именно так. I have proven myself in the arena. Then truly you are ready to be my champion and avenge my honor of the select. Now what? First, you must travel to the garden of my greatest rival. To the garden! And destroy her roses. Oh, that doesn't seem too heroic. Champions act, they don't think. Good point! It's time to cultivate with extreme prejudice! Ладно. Разберемся со всем этим в следующей серии. С вами был Латси. До скорых встреч!